Господин капитан, нужны саперы, чтобы разминировать дорогу. Саперы будут. Замолчи! Перестань ныть! Дети! Вперед к тем машинам! Бегом. Давай, выводи всех! Прибыли, господин майор! Вы будете ремонтировать немецкую технику. Кто будет хорошо... Ой, тот не подохнет с голоду. Ну что, остановилось? Переводи дальше этим свиньям. Кто будет хорошо работать, тот не умрет с голоду. Фамилия? Волков. Где раньше работал? Баранку крутил. На войне тоже?
на войне воевал. Отвоевался. Ты. Рядовой Синицын. После окончания ремесленного училища, до войны, работал на электромеханическом заводе. Лёшка! Лёшка! Лёха! Валерий Павлович! Иди работай! Ты чем занимался? Танкист я. Вижу. Verwundet? Ранен. Заживет. Еще на его поминках спляшу. Эльза, вы можете идти. Заканчивай. Чего уставились? На санобработку. Давай. На санобработку! Нет! Не собирайте, как правило! Давай, шевелись! Капитан Вольф. Разве я отдавал приказ о расстреле? Этот танкист был опасен. А с варварами надо разговаривать на их языке. Мы цивилизованные люди. Я понимаю вашу злость. Большевики расстреляли вашего отца. Все отобрали. Злость? Большевики сами превратили себя в скотов. У меня есть приказ. Для этого мне нужны квалифицированные рабочие. Я родился в России и кое-что в большевиках понимаю. Давай, Рощин, действуй. Угу. Пленные русские, которые ремонтируют здесь технику, тоже работают на благо Германии. А вам просто нравится убивать. Не забывайте, что это именно русские вас покалечили. Я им мщу за вашу инвалидность. Я же вижу, как вы смотрите на Эльзу. Ведь она вам нравится. Это мое личное дело. Что встал? Работай, тварь! Эльза, я понимаю, что у вас нежное, мягкое сердце. И могу представить, что вы испытываете, наблюдая расстрелы и публичные казни. Господин майор,
Война есть война. К тому же я знаю, что это не вы у нас в лагере занимаетесь расстрелами. К сожалению, за режим здесь отвечает капитан Вольф. Кстати, вы знаете, откуда он так хорошо говорит по-русски? Нет. Мне было неудобно его спрашивать об этом. Капитан Вольф из поволжских немцев. Большевики расстреляли его родителей. И он сбежал в Германию. Вызывали, господин майор? Вся техника должна быть отремонтирована к 8 часам. К 8 утра? Да. В 9 часов состав с техникой должен быть отправлен на фронт. Господин майор, слишком много работы. Рабочие могут не успеть. Сколько лет ты проработал на этом заводе? Почти 10 лет. 10 лет на Сталина. Одну ночь можно потрудиться для Германии. Да, господин майор. Идите. Вы свободны, Эльза. До свидания. Ты где так по-немецки насобачилась? Не ваше дело. Да ладно зубы скалить, одно дело делаем. Я работала в школе. Учительница немецкого языка. Понятно. А здесь как? Была при штабе переводчицей. Плен, окружение. Ну ничего, скоро война закончится. Может, уедешь в Германию. Чего, я же вижу, как Курт на тебя глядит. Да не жалей, при немцах будет порядок. Поздно жалеть. Товарищ капитан, вдоль полотна заложены противопехотные мины лягушки. Натяжного или нажимного действия? Натяжного. Мины спарены, взрыватели соединены проволокой. Самые сволочные мины. 365 стальных шариков, да еще осколки корпуса. Молодец. Товарищ капитан, километры вдоль полотна. И никаких проблем, там все чисто. Ну чему тебя в школе учили, а? Ну, читать, писать. А вот думать, понимаешь, ты должен сам научиться. Товарищ капитан, вы какими-то загадками говорите. Будет вам отгадка? Будет. Позже. Закопал? Да. Все, пошли. Да, побежали, побежали. Быстрее, быстрее. Синицын, ты коммунист? Нет, господин капитан. Допустим. А как ты относишься к немецкой власти? Готов служить Германии верой и правдой. Это пустые слова. Я тебе не верю. Я готов доказать на деле. Готов доказать на деле, господин капитан. На деле. Скажи, ты мог бы расстрелять Трофимова? Он ведь, кажется, твой родственник. Трофимова? А его за что? Синицын, здесь вопросы задаю я. Я жду. Да. Если прикажете. Молодец. Товарищ капитан, так как там насчет отгадки, а? Действительно, зачем на рожон лезть?
Есть свободный проход к рельсам. А вы Шекспира читали? Ну, не все, конечно. Вот зачем, Ромео, полез на балкон к Джульетте, а? Да уж не воздухом дышать. На свидание. Чисто. Так что там насчет Ромео, а? Товарищ капитан. Я тебе скажу. Я тебе скажу. Ну вот почему не пошел через дверь, а? Ну вот заходи, целуй руку любимой. Ага. У этой любимой еще та семейка. О, молодец. Для нас немецкие мины тот же балкон. Понимаешь, вот через него и полезем. А что, толково? Фрицы нас там не ждут. Ну вот и учитесь у Ромео. Настоящий сапер. А главное, женщин любил до смерти. Наш человек. Ашот. Ашот. Иду, иду. Здорово, брат. Здорово. Ну чё, какие новости? Завтра на фронт отправляется эшелон с техникой. А. Ровно в 9:00 разберетесь? Да не волнуйся, но все готово. Так, вот вам. Ух. Аусвайсы. Ну-ка. Так что по городу можете передвигаться спокойно. Слушай, хорошо ты с фрицами живешь, а? С фрицами хорошо, свои косо смотрят неприятно. А хочешь, скажу, с кем приятно, а? Опять ты про баб. Ну-ну-ну, помечтать-то можно. Курить хочешь? Очень, господин капитан. На, докуривай. Благодарю вас. Ну как, нравится? Сигарета хорошая. Мягкая. Наша махорка горло дерет. Каждый день будешь получать пачку. Спасибо. И докладывать мне обо всем, что происходит в цехе. Товарищ капитан, я... Что? Господин капитан, чтобы избежать обвинений в укрывательстве, я хочу доложить. Мой тесть – коммунист с 31-го года. Молодец. Садись, пиши. Сядь туда. Лёш, иди сюда. Садись. Садись здесь. На, ешь. А то тут ноги протянешь. Спасибо, Валерий Павлович. Глянь, чем они овчарку кормят. А у нас... Баланда чуть пожиже воды. Ну, они же нас за людей не считают. Тебя зачем капитан-то вызывал? Да он это, по чертежам советовался. Ага. Мозги немцы уважают. Валерий Павлович, а? Угощайся. Ух ты. Это откуда ж такое? Погас. Настоящий табак. Да.
быть капитаном. О, за мозги. Гуляем, братцы. Зятек ты у меня какой, головастый, а? Гуляем. Гуляем, гуляем. О, о, давай. О. Подожди. Разбирай, братцы. Зачем же? Валерий Павлович, ну что же вы делаете? Да ладно. Я же вам дал. Ну ладно, ладно. Сегодня ты помог, завтра тебе помогут. Не волнуйся. Немецкий. Не вздыхай. Голова у тебя светлая. Капитан еще табачку подкинет. Подъем! Выходи на работу! Быстрее! Кому говорят быстрее? Шевелись! Шевелись! Кому говорят, шевелись! Живее! Живее! Слушай, чего ты орешь-то, а? А чё? Люди два часа спали, всю ночь работали. Не на курорты. На том свете отдохнете. Это уж точно. Заодно и райских яблочек поедим. И на полянке с Евой поваляемся. А ну, поговорим мне здесь! Слушай, хорошо служишь, а? Глядишь, правой рукой Гитлера станешь. Все разговоры в конце дня, а сейчас работать. День-то еще прожить надо. На производстве всякое бывает. Я сказал работать! Не заметили проход. Поползли. Есть. Ребята, вы на кого учились до войны, а? На агронома. Вместе с Рощиным. Каждый день в земле ковыряетесь. По специальности попали. Товарищ капитан, хорошая шутка. Кем вы работали? Учителем литературы. Первый раз вижу учителя литературы мужчину. Еще раз посмотри, чтобы больше не удивлялся. Готовились, идет. Помните, вы спрашивали, почему мы тут минируем, а не там, где чистый подход к рельс? Ну да. А вот теперь смотрите, как фрицы на собственных минах будут подрываться. Давай.
уже слышал о диверсии? Конечно, господин капитан. Даже завод содрогнулся. Эти скоты-партизаны совсем обнаглели! Уже взрывают поезда рядом со станцией! Господин капитан, этого нельзя так оставлять. Нужно принимать какие-то меры. Меры уже приняты. Пути восстановлены. Следующий состав пройдет без помех. Господин капитан, когда мы сможем спокойно вздохнуть? Завтра. Завтра с партизанами будет покончено. Я сам этим займусь. Фух. У тебя курить есть? Капитан обещал после работы вызвать. А. Ну, ты там про сигареты не забудь, а то закружишь себе голову чертежами и останемся без курева. Наверняка Вольфу нажаловался. Зря вы так с ним утром. И это халуй с ним. Чего? Разберемся. Так что завтра вам лучше отсидеться. Слушай, дорогой, мы уже у тебя столько сидим, а взорвали только один состав. Ну не могу я этот состав пропустить. Ну не могу. А если вас завтра убьют во время облавы, а? Я никогда не бегал от фашистов. И не побегу. А что ты делал в 41-м? Отступал. Нет. Потому и в окружение попал. С ребятами. А дальше сам знаешь, отряд. Ну хорошо, себя не жалеешь. О ребятах подумай. Ты их подвергаешь опасности, понимаешь? Слушай, ты пьесу Островского читал? Петь эти книги. Это не руководство к действию. Они не предусматривают всех ситуаций. Могут. Один умный писатель сказал, опасность существует для тех, кто ее боится. Тихо, тихо, ну. Лучше бы ты был безграмотным. Вызывали, господин капитан? Ты знал, что Трофимов коммунист? Нет.
Это правда, что он тебе угрожал? Кто вам сказал? Извините. Это был всего лишь злобный выпад. Почему сразу не доложил? Я хотел сам разобраться. У тебя свои обязанности. Разбираться предоставь мне. Учту на будущее, господин капитан. И запомни, что любое сопротивление, пусть даже словесное, будет караться расстрелом. Это приказ. А приказы не обсуждаются. И тем не менее, разрешите высказать собственное мнение. Я уважаю думающих людей. Говори. Зачем расстреливать пленных, которые могут принести пользу Германии? Я подумаю. Ну все, подожди. Да. Сейчас. Тихо, это я. Ну как ты? Нормально. Держись, все будет хорошо. Сейчас. Давайте быстрее, у нас еще работа. Давай. Молодец. Давай, уходим. Никто не смеет угрожать тем, кто служит великой Германии. И запомните, скоты, отныне всякое сопротивление, пусть даже словесное, будет караться расстрелом. Генокшарин! Всем понятно, свиньи? Так точно, капитан. Молодцы. Павел Павлович, до смерти избили. Дышит? Живой. Че сидишь, Роля? Воды принеси. Давай. Здорово отделали, скоты. Ну давай, воды! Ничего, жилистый мужик, вытянет. Установили объектные мины. Ты понимаешь, ни одна, так другая сработает при нажатии. Времени в обрез. Остался час с хвостиком. Чего ты возишься? Ну вот чего ты возишься, а? Кто будет там женщин и детей спасать? Ну-ка быстро за мной! Я с вами.
поезд. Рощин! Ты как? Сейчас. Да, быстрей! Летят! Рощин! Рощин! Не могу себе простить. Это я во всем виноват. Я упустил парня! Это война. И я тебя предупреждал. К черту войну! Не могу себе простить! Не могу! А что, зачем ты себя мучаешь? Рощина не вернешь. Потому и мучаюсь, понимаешь? Хочу, но не могу! Давайте помянем Игоря. Пусть земля ему будет пухом. Немцы! Куда? В подвал! В подвал! Это что такое? Кто у тебя, гости? Нет, соседи заходили. Немножко выпили. Не желаете? Нет. Погасите свет. Ожидается налет авиации. Хорошо. Быстро доели и работать. Видал, какого павлина привезли? Важный чин. Добрый день. Прошу, господин Хальдорф.
чего ты? Да надоело мне на немцев горбатиться. Мы тут технику чиним, она потом на фронт идет. Ком, ком. Давай, давай. Ком, ком. Если ты такой смелый, сделай что-нибудь. Давай, ком. Давай, давай, заезжай. Волков! У этой машины нужно посмотреть зажигание и масло залить. Сделаем. Oberseiler hat eilig. Es muss schnell gemacht werden. Ja. И сделать это надо быстрее. Конечно. Синицын, yeah. Помоги ему. Сейчас все сделаем. Я лечу. А, да, и дверь, посмотрите, клинит постоянно. Битая. Надо уходить. Да, давай, оставь! Да, Vorderrang! Да, müssen Sie sein, genau. Hörst du was, Rivas? Hey, Jungs, hier! Ja, mein Hund hat was gespürt, Herr! Bitte mir! Hund, folgt mir! Давай беги! Беги, это приказ! Los, schnell, schnell! Weiter, 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 weiter! Alle Jungs, los, auf und weiter! Da vorne, ich sehe was! Tschüss! Da sind sie, da sind sie! Fliegt auf die! Den hab ich! Feuer! Wir sind nur zu zweit! Ich hab's genau gesehen, wir sind zu zweit! Knallt ihn ab! Knallt ihn ab! Лукашов! Андрей! Андрей! Pass auf! Wir schießen von vorne! Hinterher! Hinterher! Lauf! Da vorne! Gleich haben wir es! Thank you.
Немцы, давай, надо уходить. Да, давай, отстань! Da vorne lang. Da müssen Sie sein, genau. Da ist doch was, wie was. Hey Jungs, hier. Ja, mein Hund hat was gespürt, Herr. Bitte mir. Folgt mir. Давай беги! Беги, это приказ! Los, schnell, schnell! Андрей! Вы знаете обстановку на фронте? Да, фронт уже близко. Все труднее сдерживать наступление русских. Мы делаем все возможное. В начале кампании мы, к сожалению, не уделили должного внимания минам и их применению. Я с вами согласен. А сейчас это помогло бы нам сдержать наступление русских.
Что вы предлагаете? На базе этого завода наладить производство мин. Но в первую очередь нужно организовать курсы по саперному делу. Так точно. Это ты? Что делаешь? А? Тебе какое дело? Да ты знаешь, что нас за это могут? Да, могут, если живы останутся. Валерий Павлович? Да. Волков? Что? Он там что-то не то делает. А, ну, пусть делает. А ты, знай себе, помалкивай. Понял? Вот так. Вы так спокойно об этом говорите. Угу. Нас же потом расстреляют. Ну, знаешь, что нас рано или поздно всех расстреляют. Я не хочу умирать. Я должен об этом сказать. Куда? Стой! Стой, я сказал! Ты что, сука? Валерий Павлович! Стучать побежал, я не, а? Я не стучаю! А? Так ладно, побежал, а? Я не хочу умирать! Несчастный случай. На производстве всякое бывает. Вира! Давай! Вот! Что здесь произошло? Несчастный случай. Кто видел? Да никто ничего не видел. Вот у нас двойные на заводе тоже был несчастный случай. Парню в станок токарную руку засосало, так он так орал просто... Последний раз спрашиваю, что здесь произошло? Несчастный случай. Я рядом работал. Я ничего не слышал. Я тоже до войны работал на заводе. У нас такой же случай был. Убрать. Что стали? Убрать это панель! Взяли? Сколько партизан было в отряде? Все погибли, кроме меня. Сколько человек было? Трое. Кто вам доставлял взрывчатку? Никто, оставили при отступлении. Где склад? Да был бы склад. Да взрывали бы все к чертовой матери, понимаешь? Пустое! Где склад? Von wem haben Sie Informationen über den Zugverkehr bekommen? Кто передавал им? А кто вам передал информацию о поездах? Сами узнавали на станции. Ты будешь говорить, мразь! На, тварь! Эльза, позади Егорова. Господин Егоров. Да. Вас майор Курт вызывает. Хорошо. Срочно. В механический. Да.
Да, да, знаем. Что там случилось? Партизана в лесу поймали. Господин майор, вас можно поздравить. Вы наконец отловили саперов. Да. Здесь был военный завод. Ты делал раньше мины? Да. Но оборудование все эвакуировали. Вряд ли мы сможем быстро наладить производство. Нет. Надо обучать немецких солдат саперному делу. Понятно. Курсы по саперному делу. Господин майор, но я производственник, а не преподаватель. Почему бы для этого не использовать пленного сапера? Отмените расстрел. Слишком поздно. Он уже труп. Он мне нужен живым. В чем дело? Это приказ полковника Хальдорфа. Мне нужно проверить его знания саперного дела. Смирно! Слушай, мотор. Ага. Слышите? А что надо слушать-то, Валер? Разрывы. Стоят, это Катюша. Даже. Ну? Почему не работаем? Родные звуки слушаем. Фронт приближается. Всем работать, а то похоронный марш услышите. Ну, это еще неизвестно, кто первый услышит. Похоронный марш. Да, на производстве всякое бывает. Эти свиньи даже канализацию сделать нормально не могут. Какая это мина? Противотанковая. Принята на вооружение Германии в 1935 году. Рядовой, Егорова ко мне. Так точно. Продолжайте. Вес 6 кило. Из них 4 тротила. 6 кило швея, фея дафон тротил. Это какая? Шпрингмина. Вес 5 кило. Разрывной заряд 450 грамм тротила. Слушай, что ты все спрашиваешь, а? Че, мины никогда не видел? Зачем тогда воюете? Оставьте. Ничего. Продолжайте. Это наша, советская. Противопехотная мина. Нажимного действия в деревянном корпусе. Разрывной заряд 200 грамм тротила. Отличные знания. Жаль. Не расстраивайтесь. Раз вам это нравится, застрелите другого русского. Жаль. Он будет учить наших саперов. Забирай его. Знаешь, я ведь с тобой уже попрощался. Думал, что больше не увижу. Зачем прощаться, дорогой? У каждого человека есть шанс на спасение. Пойдем, отведу тебя в санчасть.
А куда мы идем? Покажу тебе класс, будешь обучать немцев саперным делу. Меня об этом спросили, чтобы они потом наших взрывали. Тихо. В могиле гнить хочешь? Да плевать, лучше умереть, чем на этих гнид работать. Идем. Ты же любишь книжки? Так вот, приведу тебе слова одного знаменитого писателя. Умереть дело легкое, жить гораздо тяжелее. Слушай, а красиво сказал. Кстати, умный человек. А как фамилия писателя? Дай слово, что будешь обучать. Слово мужчины. Ну, кто этот? Ну, если честно, не помню. Но слово ты дал. Ох, и... не сам... Когда ты здесь занятия проводил? По технике безопасности для рабочих. А теперь немцев учим. А что за девушка была при допросе? Эльза. Красивое имя. Даже не думай о ней. Курт вмиг голову открутит. А что у них, любовь? Какая любовь? Так, глазами стреляет только. Говорят, он инвалид. По мужской части. Иди сюда, иди. Иди сюда. Красавица. Иди сюда. Ложись здесь. Надо же, пополнение. Теперь место свободное у нас. Тебя как зовут-то? Ну, с утра был Ашот. А меня Валерий. Толян. Ну, ты, говорят, у нас из саперов будешь, да? Ну, да. Говорят, кур дают. Ох ты, да ладно, ладно, не ршись. Тут у нас, ребят, все свои. Ты давно здесь? Я уж порядком, порядком. А я вот один день... Скучно тут у вас, ни танцев тебе, ни песен. Слышь, мужики, скучно ему, а? Отсюда ведь, дорогой мой, не убежишь. Выходи давай. А ты пробовал? Ай, ну, все, ложись. Ладно, завтра доиграем. Давай. Ой, старость, не радость. Эти двое пытались совершить побег. А побег у нас карается расстрелом. Запомните, скоты, так будет с каждым. Фаер! Огонь! Ты чё крыльями машешь? Слушай, какой-то жуткий сон мне приснился, как будто нас с тобой расстреляли. Сны надо про женщин смотреть. Вот я, например, уже свидание назначил, а ты меня разбудил. Подъем! Выходи на работу! Ой. Кому сказано подъем? Шевелись! 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 Быстрее! Господи, да не толкай! Подъем, была команда! Сафронов! Я! Трофимов! Здесь я. Комов! Я. Волков! Я. Григорян! Григорян! Чё, тварь, оглох? Здесь я. Почему сразу не ответил? Вас вызывает господин Курт. Сейчас, спасибо. Что нужно сказать? Лишнего синяка не хочется. Нужно сказать. Спасибо, господин капитан. А за что спасибо? За то, что я тебя не пристрелил. Пока. Егоров! Я. Продолжай. Слушай. Лучше бы пристрелил.
Опять унизил при женщине. Разговоры! Раздор! Класс, смирно! Противопехотная мина нажимного действия. Schützen Mine mit Druckzünde. Предназначена для борьбы с лыжниками. Gegen Skifahrer. Устанавливается в снег под углом 45 градусов. Wird in den Schnee Winkel 45 Grad eingelegt. И это все? Заряд 200 грамм, отличная мина. Побольше б таких. Sprengstofffüllung. Почему? 200. Да потому что оболочка не герметична. Часто выходит из строя. Спасибо немецким инженерам. Aufstehen. Класс, встать. Вольно. Продолжайте. Живой! Очухается! Вот чего, чего, чего ты лезешь? У нас с ним свои счеты! Добить его надо! Да, дай! Тихо! Мужики, вы что? Чего ты? А вы думаете, откуда я знал, какие поезда взрывают? Думаете, Вольф мне шептал на ушко? Тихо, тихо, все. Чего ж ты раньше-то молчал? Да. Вы предлагаете с табличкой ходить на груди? Да, да. Чуть не натворили с тобой дел. Все, 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 все. Помогите ему! Да. У меня занятие начинается, помогите все, ему! Все, я понял, да? Взяли? Давай. Мужики, помогите! Ноги. Помогите, помогите! Ноги, ноги! Давай! Помоги, я сказал! Давай! Противотанковая мина нажимного действия. Das ist eine Panzermine mit Druckzünde. При наезде срезаются деревянные шпильки. Beim Anfahren löst sich das Absperrmittel. Выдавливается боевая чека и происходит взрыв. Und die Bolzensicherung. Und dann erfolgt ein Minenschuss. Давайте теперь за работу. Nun an die Arbeit. Да, давайте, arbeiten, arbeiten. Твои глаза сапфира два, два голубых сапфира. И счастлив тот, кто обретет два этих синих мира. Твое сердечко бриллиант, огонь его так ярок. И счастлив тот, кому пошлет его судьба в подарок. Ну как? Хорошие стихи. Генрих Гейне. Ну да, это ж ваш немецкий Пушкин. Почему мой? Я русская? Как русская? А почему Эльза? Так немцы назвали. А вообще-то я Лиза. А я... Ашот Михайлович Григорян. Елизавета Александровна Серова. Очень приятно. А что, встали? Ну-ка, упали и начали минирование. Nun sollt ihr Minen erlegen. Arbeiten! Егоров, ты как себя чувствуешь, а? Ну чё, полегче стало? Да. Что вы меня обхаживаете, как бабу? Всем работать! Есть начальник. Уже работаем. Быстро убрать трубы. Сейчас все сделаем. И не дай бог еще раз упадут, расстреляю. Да мы сами застрелимся, если что не так. Ну, конечно. По собственному желанию. Да ради вашего здоровья мы вообще на все готовы. Да. Ну? Хватит болтать! Всем работать! Егоров! Егоров! Работать! Да, 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 да. Что у вас с головой? Сам бы нам забедарился. Вот туда.
Быстрее! Чё, подкоп делаешь? А-а. Будешь бежать, не забудь про меня. Нет, я вон с Гансом побегу. У них автомат с собой. А из твоей трубки не постреляешь. Ну тогда передавай привет нашим. Обязательно. Самому товарищу Сталину передам. Сейчас! Сталин капот. А если серьезно? Вольф приказал копать. А зачем, для чего копать, не объяснил. Рано, я охрана у тебя усиленная. Давай, иди. Здесь моя, да. Работа. Сейчас работа. Я Вольф. Майор Курт приказал тебе приготовить методичку по саперному делу. Для новых учеников. Ага. А Эльза переведет на немецкий. А, так это ж хорошо. Почему? Как, значит, я еще нужен. А то у этого Вольфа, понимаешь, руки на меня чешутся. А когда будут новые ученики? Сомневаюсь, что будут. Нашу фронт прорвали. Недели через две будут здесь. Так что не торопись с методичкой. Разберемся. Братцы, а ведь, похоже, немцы-то драпать собираются. Наши уже близко. Да нам-то от этого не легче. Это еще почему? Нас всех расстреляют раньше. Да не говори губ. Взрыватель мины используется как нажимной. Как нажимной. У тебя красивые руки. Причем с двумя установками силы срабатывания. И глаза. 45, 125 килограмм. Ты не устала? Нет. Может, устроим перемену? Как в школе? Да. Только детского смеха не хватает. Скажи, а у тебя сколько детей в классе было? Представляешь, не помню. Не помнишь? Я всех помню, каждого. У меня 18. Ну что там? Девочка одна была, армянка. Гыной звали. Черненькая такая, хорошенькая, красивая. Я. Ну что, устал? Давай, продолжай. Ленивая собака. Что празднуем? Поражение Германии. Фронт уже докатился до нас. Мой отец говорил, что поражения нет до тех пор, пока сам человек не признает себя побежденным. Так что рановато начали. Рано или поздно война закончится. И не в нашу пользу. Если мы проиграем эту войну, мы начнем другую. Вольф, знаете, о чем я мечтаю? О чем? Что когда-нибудь Германия объявит войну, и никто на нее не придет. Вы пьяны, господин майор? Вам достаточно? Ладно. Хорошо, что вас никто не слышал. Хорошо, канализация накрылась. Видишь, Комов ее чистит. Да, много дерьма накопилось у фрицев. Как думаешь, зачем охрану поставили?
Слушай, что тут думать? Был бы в канализации тупик, стали бы его охранять. А? Предупреди всех. Точно. Пусть готовятся. Хорошо. Другой возможности у нас не будет. Так, тихо, тихо. Время, время. Под утро. Есть. Заждалась. Очень. Кур, торопит с методичкой. К черту методичку, мы сегодня бежим. Бежим? Как бежим? Ты как будто не рада. Я? Я не знаю. Ты что, хочешь с немцами остаться, что ли? Я не пойму. А что там, я никому не буду нужна. Там я для всех буду... предатель. Для меня тоже. Теперь. Ашот! Ну, прости меня. Я слабая. Я слабая. А ты сильный мужчина. Ты же видишь мое здесь положение. Ну, помоги мне. Ты же сильный, добрый, хороший. Пожалуйста, прости меня. Пожалей меня, Ашот. Ну, пожалей ты меня, Ашот! А ты прости. Ну, уже достаточно. Выползай отсюда. Ну и говнистый вы народ, немцы. Все, капут. Давай, проваливай. Скоро всем капут. Ну и вон. Да, завтра клизму будем ставить. Жаль, взрывчатки нет. А что? Напоследок немцам салют устроить. Подождите, а газовые баллоны на что? Да, точно. Точно. А? Рванет не хуже динамита. Ну, а? Ну? А зачем бежать-то? Да. Наш на подходе. А, освободят? Прежде чем освободить, они вас расстреляют. А может, не расстреляют. Я не побегу. И я. И я тоже. Хозяин, барин, было бы предложено. Да. Ага. Да. Значит так. Не спится? А, голова разболелась. Mm-hmm. Душно. Mm-hmm. А вы пуговку-то расстегните. Mm-hmm. Mm-hmm. А что? Ничего, пойдемте со мной. Сейчас Эльза вашу головную боль как рукой снимет. Господин нет, капитан, нет, я это не... приглашение немецкого офицера. Ну, давайте, смелее, за мной. Господин майор. Überraschung. Сюрприз. Позвольте представить. Майор Курт. Фрау Эльза. Фрау Эльза. Капитан Вольф. Зачем ты ее сюда привел? Я? Фрау Эльза сама искала вас. Отпусти ее. А я ее и не держу. Присаживайтесь. Будьте как дома. Итак. Рюмочка хорошего коньяку тут же изгонит вашу головную боль. Пожалуйста. Herr Major, господин майор, auf Deutschland, давайте выпьем за победу Германии, в которую вы не верите. Ich glaube an Gott. Я верю в Господа Бога. Нет, 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 нет. За победу немецкого оружия нужно выпить. До дна. А теперь по старинному русскому обычаю. Сударыня, разрешите пригласить вас?
я не умею. Научим. Не повторить ли нам еще? Привет, дружище. Смена пришла. Давно пора. Ну как без происшествий? Все спокойно. Отлично. Сигареты есть? На, держи. Спасибо. Кто здесь? Алло. Нет,
Виктор Комов погиб осенью 43-го года при форсировании Днепра. Юрий Волков погиб в 1944 году при освобождении Вены. Алексей Егоров успешно руководил партизанами на Черниговщине, после войны работал в партийных органах. Ашот Григорян по доносу попал в штрафбат, дошел до Берлина. После войны работал директором школы. Thank you.
Verwundet? Ранен? Заживет. Еще на его поминках спляшу. Эльза? Эльза, вы можете идти. Заканчивай. Чего уставились? На санобработку. Давай. На санобработку! Тебя бать не надо! Да что я тебя пытаю? Давай, шевелись! Капитан Вольф. Разве я отдавал приказ о расстреле? Этот танкист был опасен. А с варварами надо разговаривать на их языке. Мы цивилизованные люди. Я понимаю вашу злость. Большевики расстреляли вашего отца. Все отобрали. Злость? Большевики сами превратили себя в скотов. У меня есть приказ. Для этого мне нужны квалифицированные рабочие. Я родился в России и кое-что в большевиках понимаю. Давай, Рощин, действуй. Пленные русские, которые ремонтируют здесь технику, тоже работают на благо Германии. А вам просто нравится убивать. Не забывайте, что это именно русские вас покалечили. Я им мщу за вашу инвалидность. Я же вижу, как вы смотрите на Эльзу. Ведь она вам нравится? Это мое личное дело.
приехали. Давай, выводи всех. Прибыли, господин майор. Вы будете ремонтировать немецкую технику. Кто будет хорошо... Ой, тот не подохнет с голоду. Ну что остановилось? Переводи дальше этим свиньям. Кто будет хорошо работать, тот не умрет с голоду. Фамилия? Волков. Где раньше работал? Баранку крутил. На войне тоже? На войне воевал. Отвоевался. Ты... Рядовой Синицын. После окончания ремесленного училища, до войны, работал на электромеханическом заводе. Лёшка! Лёшка! Лёха! Валерий Павлович! Иди работай! Ты чем занимался? Танкист я. Вижу. Плотна заложены противопехотные мины-лягушки. Натяжного или нажимного действия? Натяжного. Мины спарены, взрыватели соединены проволокой. Самые сволочные мины. 365 стальных шариков, да еще осколки корпуса. Молодец. Товарищ капитан, километры вдоль полотна. И никаких проблем, там все чисто. Ну, чему тебя в школе учили, а? Ну, читать, писать. А вот думать, понимаешь, ты должен сам научиться. Товарищ капитан, вы какими-то загадками говорите. Будет вам отгадка, будет. Позже. Закопал? Да. Все, пошли. Да, побежали, побежали! Быстрее, быстрее! Синицын, ты коммунист? Нет, господин капитан. Допустим. А как ты относишься к немецкой власти? Готов служить Германии верой и правдой. Это пустые слова. Я тебе не верю. Я готов доказать на деле. Готов доказать на деле, господин капитан. На деле. Скажи, ты мог бы расстрелять Трофимова? Он ведь, кажется, твой родственник. Трофимова? А его за что? Синицын, здесь вопросы задаю я. Я жду. Да. Если прикажете. Молодец. Товарищ капитан, так как там насчет отгадки, а? Действительно, зачем на рожон лезть? Есть свободный проход к рельсам. А вы Шекспира читали? Ну, не все, конечно. Вот зачем, Ромео, полез на балкон к Джульетте, а? Да уж не воздухом дышать. На свидание. Чисто. Что там насчет Ромео, а? Товарищ капитан. Я тебе скажу. Я тебе скажу. Ну вот почему не пошел через дверь, а?
Ну вот заходи, целуй руку любимой. Ага, у этой любимой еще та семейка. О, молодец. Для нас немецкие мины тот же балкон. Понимаешь, вот через него и полезем. А что, толково? Фрицы нас там не ждут. Господин капитан, нужны саперы, чтобы разминировать дорогу. Саперы будут. Дети, вперед к тем машинам. Бегом. Что встал? Работай, тварь! Эльза? Я понимаю, что у вас нежное, мягкое сердце. И могу представить, что вы испытываете, наблюдая расстрелы и публичные казни. Господин майор, война есть война. К тому же я знаю, что это не вы у нас в лагере занимаетесь расстрелами. К сожалению, за режим здесь отвечает капитан Вольф. Кстати... Вы знаете, откуда он так хорошо говорит по-русски? Нет. Мне было неудобно его спрашивать об этом.
Капитан Вольф из поволжских немцев. Большевики расстреляли его родителей. И он сбежал в Германию. Вызывали, господин майор? Вся техника должна быть отремонтирована к 8 часам. К 8 утра? Да. В 9 часов состав с техникой должен быть отправлен на фронт. Господин майор, слишком много работы. Рабочие могут не успеть. Сколько лет ты проработал на этом заводе? Почти 10 лет. 10 лет на Сталина. Одну ночь можно потрудиться для Германии. Да, господин майор. Идите. Вы свободны, Эльза. До свидания. Ты где так по-немецки насобачилась? Не ваше дело. Да ладно зубы скалить, одно дело делаем. Я работала в школе. Учительница немецкого языка. Понятно. А здесь как? Была при штабе переводчицей. Плен, окружение. Ну ничего, скоро война закончится. Может, уедешь в Германию. Чего? Я же вижу, как Курт на тебя глядит. Да не жалей. При немцах будет порядок. Поздно жалеть. Товарищ капитан, вдоль полосы...